молодой кот, красавец, был найден на трассе Питер-Москва в зоне отдыха. Мы подумали, что он потерялся. Распространили информацию во всех соцсетях, но так никто и не откликнулся. Кот прожил почти месяц на передержке, и вот сейчас мы нашли ему дом. Еще и курильщик, да? Вот это вот что такое? Страдалец. Все, последнюю сигарету. Кто вот это так сделал? Засранец. Гриша, Гриша. Хулиганты с большой дороги. Отличать.